Всем лайк! Мы находимся в самом эпицентре энергии будущего на премии Муз-ТВ. В здании Олимпийского царит нереальная атмосфера, и уже через несколько часов мы узнаем имена победителей одной из главных музыкальных премий этого года – премии Муз-ТВ. И мы не будем терять ни минуты. Поехали! А какие планы на лето? Потому что все-таки у нас премия «Энергия будущего», да? Какие планы на будущее вообще? Работать, продолжать гастрольный тур, тур «The Best», с которым я езжу по городам, по нашей стране большой. Так что, вообще-то, продолжать работать. А с таким гастрольным туром вообще тяжело? График сна вообще? Вы успеваете вот это все? Ну, спать хочется. Какая это уже тарелочка по счету? Это всего лишь вторая тарелочка по счету. И я помню, несколько лет назад я шла по красной дорожке, не имея еще ни одной тарелки. Взяла с собой маленькую коляску и положила в нее пластиковые премии. Я сама сделала их своими руками из одноразовых тарелок пластиковых, прилепила к ним мячики, задула все в золотой цвет. И когда меня спрашивали, что это ты везешь в детской коляске, я сказала, это мои маленькие премии, которые я буду растить, несмотря ни на что, несмотря на то, что я уже 20 лет на сцене. Ты знаешь, потому что только воистину правильно амбициозные люди, которые любят свое дело, то, чем занимаются, любят своего зрителя, они, конечно, стремятся вперед и в итоге побеждают. У вас недавно вышел, кстати, клип на новую песню, да? Вот расскажите поподробнее о нем. Кстати, клип на песню «Уходи по-английски». Да, у нас за дуэт Витя получила тарелку, а сегодня эта песня еще звучит в сольной версии. Очень круто. Да, и мы вот продлили «Новая жизнь». Я так счастлива. Спасибо большое Григорию Грише за эту замечательную композицию. Он уникальный, безусловно, артист, харизматичный, самый лучший. Я счастлива, что имею возможность с ним спеть. Планы на будущее, раз у нас премия «Энергия будущего». Ой, планы наполеонские. Альбом осенью выходит. Также будут дуэты, будут интересные творческие тандемы. Ну, приоткройте нам занавес, с кем дуэт? Ну, ждать? Дуэты будут с мальчиками. Ну, это тоже хорошо. Ждем дуэтов, успехов и всего самого лучшего. Ждем больше тарелок от вас. Спасибо. Главный конкурент в нашей номинации, в вашей номинации, кого вы считаете? Ну, моих номинаций было три, точнее, есть три. Но я не люблю слово «конкурент» по отношению к творческой сфере, потому что творчество не может быть конкурентоспособным, потому что у каждого из артистов есть свой слушатель, свой зритель, и конкурент – это скорее ближе, наверное, к сопернику, к, не знаю, к бизнесу, к спорту, но не к творчеству. Чувствуете зрительскую поддержку сегодня в зале? 100%. Не только зрительскую, еще и поддержку фан-клуба, который просто удивил сегодня флагами, плакатами. Очень приятно. А это какая по счету ваша тарелка? Вторая. Вторая тарелка. Где вы храните свои тарелки? На работе. На работе? А почему не дома? Потому что дома я не бываю. Я больше бываю на работе. Да, там, где больше, чтобы смотреть, да? К чему стремиться? И последний вопрос. У нас премия Муз-ТВ 2016 «Энергия будущего». Как бы вы назвали премию Муз-ТВ 2017? Продолжите фразу. О, «Энергия супер будущего». Пожалуйста, приоткройте занавес вашего будущего, будущие планы. Все будет хорошо. Кому вы все-таки отдали бы свой голос? Я считаю, что все объективно было. Ага. Единственное, может быть, я все-таки Егору Криду что-то дал. Да, согласна. Раз. И мод. Да. Я считаю, что мод, надо было его отметить. Все-таки он да. Реально очень крутой. С кем бы вы хотели записать песню? Поп-артисты? Наверное, больше симпатизирует, наверное, мне группа «Серебро», и «Серебром», да, было бы круто. Как бы эта песня называлась? Я не знаю, сейчас надо подумать, потому что у меня в голове сразу образ Оли Серябкиной, и ну что-то дерзкое было бы точно. Клип был бы снят в том же стиле? У группы «Серебро»? Однозначно, однозначно. Просто плюс один, плюс черный один.
Но у вас есть какая-то изюминка в своих песнях, они вот с таким прям битом, ритмом. Ну вот расскажите, пожалуйста, про свои планы на будущее. У меня будет большой сольный концерт 8 октября в «Известия Холл». К этому дню я обязательно выпущу небольшой сборник, не буду называть это альбомом, но 5-6 хороших песен, не проходящих, всех хитовых, да, я обещаю. Сегодня вы за кого болеете? Сегодня я, конечно, болею за каждого артиста, но больше всего я болею за Сергея Лазарева, так как я болела за него на Евровидении. К сожалению, не удалось занять первое место, но я считаю, что он был лучшим, поэтому сегодня я именно болею за него. Не планируете ли вы записать песню, какую-то вот в музыкальном творчестве себя развивать? Вы знаете, я считаю, что каждый человек должен заниматься тем, что он умеет хорошо. Я не пою, поэтому вы не увидите меня на сцене с песней никогда, потому что я не поющий человек. Я только могу тихо для своих в ванной комнате и все. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, заниматься этим профессионально. Ну и последний вопрос. У нас премия «Энергия будущего». Вот на год свои какие-то планы ближайшие? У меня огромное количество планов, я снимаю новое шоу, я продюсирую «Ревизора», я, на самом деле, у меня столько всего, у меня времени не хватает на то, чтобы все реализовать, я надеюсь, вы скоро увидите все, что я задумала, и вам понравится. Есть возможность, что следующая ваша песня будет в стиле каком-нибудь африканском или клип, например? Следующее точно нет, но, может быть, когда-нибудь для альбома я сделаю такую песню в африканском стиле, потому что я очень люблю вот эти латиноамериканские напевы. В принципе, Африка там неподалеку, поэтому, может быть, что-нибудь такое придумаем. Вот и подошла к концу долгожданная премия Муз-ТВ-2016 «Энергия будущего». А это значит, что победители известны и все ушли в хорошем настроении. Поэтому увидимся через год на самой главной музыкальной премии. Стань участником легендарного интернет-реалити «Покорители Москвы» телеканала Hello TV. Оставь заявку на сайте и сделай важнейший шаг в своей карьере.